Если ты из Российской Федерации запутался и не знаешь, где правда, ответь себе на 4 вопроса. Вопрос первый. Почему ни одна страна мира не вышла с флагом России? Вам же говорят, что российские солдаты пришли на территорию Украины, чтобы вызволять народ. Так вот, почему никто из цивилизованного мира не поддержал вас? Вопрос второй. Почему беженцы из Украины, это 1 000 000 человек, уехали в европейские страны, а не в Россию? Вопрос третий. Почему ваши знакомые и друзья из Украины присылают вам столько сообщений и материалов? Вам говорят, что это фейки, но подумайте, откуда столько фейков у украинского народа? Видео ракет, уничтожающих жилые дома, видео там, где женщины и дети прячутся в бомбоубежищах и там же рожают. И вопрос последний. Неужели в стране, в которой избивают женщин и сажают детей за мирные протесты, заботятся о вас? Вас обманывают, вам закрыло небо полмира, а Россия на десятилетия будет в изгое.